Всем привет! Это снова канал Kinder Surprise Sergio. И сегодняшний наш выпуск необычный. Мы с вами сделаем обзор Kinder Surprise и серии Disney Принцесса. Поехали! У нас два таких шоколадных яйца, на котором изображена русалочка, а на втором принцесса из мультика Аладдин. И одно обычное шоколадное яйцо. С него-то мы с вами и начнем. Если вы не видели мое предыдущее видео, то ссылка внизу, под описанием. Наше первое шоколадное яйцо. Это, наверное, игрушка серии MixArt. Да? Я был прав. Нам попалась вот такая собачка. Желтого цвета. Но с особенностью. Эта игрушка с сюрпризом. А именно с карандашиком. Вон он у нас с вами, внизу. Очень необычная и интересная игрушка из серии MixArt. Пишите в комментариях, а вам попадалась такая игрушка? Следующая на очереди у нас игрушка из серии Disney Принцесса. Я жду с нетерпением, чтобы узнать, какая же все-таки игрушка нам попадется. Распечатываем. Вскрываем первую игрушку из серии Disney. Ничего себе, сколько много деталей. Из серии Disney Принцесса нам попалась вот такая куколка. Напишите в комментариях, а как эту куколку зовут? Смотрите, здесь есть такая платформа, на которой она будет стоять. Ножки, туловище и вот такое платьишко. Платьишко вставляем вот сюда, сверху ее верхнюю часть тела. После сборки у нас получилась вот такая куколка. Таким большим платьишком на платформе. Очень классная игрушка. А в коллекции получается всего таких куколок 3. Нам попалась из мультика «Русалочка». И, наконец, наше последнее шоколадное яйцо из серии «Disney Принцесса». Но с изображением принцессы из мультика Аладдин. Написано, что игрушка из коллекции в каждом яйце. Так не терпится узнать, что же нас ждет. Как вы думаете, а может там принцесса или Аладдин?
вот такая игрушка. Кажется, что это из серии «Русалочка». Это рак нам попался. Морское животное. Смотрите, какой он забавный. Какая у него раковина большая с колесиком. Садим нашего рака туда. А спереди у нас будут вот такие рыбки, которые будут его подгонять. После сборки у нас получается великолепнейшая игрушка, которая попалась из серии Disney Принцесса. Наш рак сидит в своей раковинке, которая на колесике, вот колесика, и управляет двумя рыбками, которые его везут на просмотры видео на канале Kinder Surprise Sergio. Сегодняшнее наше видео получилось необычным, удивительным, поскольку мы с вами распечатали две игрушки из серии Disney Принцесса. И одна игрушка получилась из серии MixArt с волшебным карандашиком. Если вам понравилось мое видео, ставьте палец кверху, активно обсуждайте и подписывайтесь на мой канал. Будет интересно!